Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости и зрители моего канала. С вами Даев, мы продолжаем нашу реалистичную катаклизму. Там вот еще инбаунды не закончились, тут они новые летят. В общем, простите меня, пожалуйста, за то, что я немножко поменьше видео выпускал. Это надо отсюда валить, ребятушки, валить. А то мне сейчас на инбаунде еще и в этот кораблик. Ать! Лерой! Джекинс! Выше! В общем, я немножко, дорогие мои друзья, приболел и провалялся с температурой. Грипп меня не миновал. В группе ВКонтакте я, конечно, отписался, но вы не все у меня в группе ВКонтакте. Поэтому сообщаю, что пока что я еще не очухался, не оклемался. Инбаунды прошли правее. Что-то у меня тут с тенями беда какая-то. В общем, мы на деф-версии, как вы видите, по этому бешеному блику. Ну, блик так вот, кстати, приятно. Вот когда в кабине, да, вполне. Очень приятно для скриншотов. Хорошо. Вышел хотфикс, но он совершенно никак не относится к фиксу буров. Он совершенно никак не относится к фиксу опускающихся кораблей. К превеликому сожалению. Но мы сейчас будем спасать мой бедный бур, который вот там вот у меня остался. Если буду почихивать и покашливать, вы уж меня тоже простите, но прошло еще всего лишь 2 дня. Да что ты, женщина? Где мои волки? До сих пор у меня в этом мире нет волков. То ли сейв сохранился, я уж не знаю, то ли на новый начинать или еще что-нибудь придумывать. В общем, как-то так. Собрались, выпили таблеточки и поехали для вас, конечно, дорогие мои друзья, записывать. Ага, прожектор у меня тут нет. Сейчас мы на него приварим по-быстренькому батарею. Я все для этого, в принципе, взял. И попробуем его вытащить. Все-таки столько серебра накопать. Жалько. Ну, кстати, на форуме написали, что, ребята, мы помним, что мы должны были профиксить в эту неделю буры. Мы все это помним. И что это во внимание программистов. Я что-то сомневаюсь, что у них нет предыдущих версий их клиентов. Почему не было Ctrl-C и Ctrl-V? Копировать и вставить кусок кода с тем буром, какой был. Буром, сварщиком, простите. Фух. Дыхалка еще не окрепла. Извиняюсь. В общем, постараюсь по мере возможности записывать. Все, обратно возвращаться в рабочий, как бы это помягче сказать, режим. Но пока что еще слабость. И температура дают о себе знать. Ну ничего, мы уже под Новый год больными тоже записывали. Не впервой. Не, женщина исправно с ума сходит. Женщина прям идеально. Нормально. Все у меня шикарно. Где? Где? Бур подо мной на 26 метров. Вот это вот... плохо, что я высоковато взял. А так мы начнем лететь вперед. Нет, еще не начинаем. Ладненько. Спускаемся. Сейчас я еще здесь этот бур оставлю, и будет совсем хорошо. Вот особенно на таких фризах, дорогие мои друзья. Фух. Отпускай меня, чудо-трава. Как же я сюда еще лампочку-то не приварил? Или я ее снес? Я не помню, если честно. Все бы ничего, можно было бы просто... А, вот здесь вот уже вижу дыру. Можно было бы просто этот бур вытащить довольно-таки. Если бы не одно «но», он у меня кверх ногами лег. Поэтому придется его выковыривать немножко по-другому. Ой, простите. Текс. Ну что, надо вернуть сюда реактор. Реактор я не смогу сделать, поэтому мы временно построим сюда аккумулятор. Аккумулятор. И как только я зацеплю его в конвейерную систему, сами понимаете, что произойдет. Правильно. Он у меня заряжаться начнет. Вот это вот так. Вот за что я люблю аккумуляторы. Вот честное слово, почему я не так сильно люблю реакторы, как аккумуляторы. Реактор упал, и все, каюк. А аккумулятор один упал, там еще один по-любому есть. И начинаем вот этот весь горшочек проваривать.
В кабину я тут накидал вкусняшек аккумуляторных. Из инвентари у меня модификация стоит, чтобы проваривать вот это все недоразумение. Так, а что у меня аккумулятор никак не взять? Надо в светильник было сделать, блин. Так, аккумуляторов я набрал, но, к сожалению, они в меня не лезут. Я еще думал, что и трастера придется. А, тут вообще даже... Как все запущено-то. Так, надо что-то придумать попроще. Освободить... Ой. Шевелить им вот так вот нежелательно. Так, куда мне скинуться? Сейчас вот в коннектор накидаем. Если уж отшибать, то уж по полной. Это мне не пригодится, это мне не пригодится. Ну и все, в принципе, 1000 осталось. Кораблики также опускаются. Вышел хотфикс, как я ранее говорил. Но это не относится и к опусканиям корабликов. Этот баг присутствует уже не первый... А, мне же всего лишь 12 надо. Не первый год он фиксился, но потом обратно вернулся. Чпоньк. И у меня кораблик полетел. Молодец. Компьютер, стальная пластина. Хорошо, сейчас будет тебе и компьютер, и стальная пластина. И у нас вечереет. Мы, кстати, полюбуемся прекрасной ночью. Компьютер и стальная пластина. Выпускаемся. Будет интересно, как я это буду все вытаскивать. Но это экшен. Экшен выживания. Все, корабль, в принципе, заработал. Теперь... Номер два проблема. Как-то мне это надо все еще и вытащить. Для этого мне, наверное, вот тут вверх придется весь уплотнить. Давайте все-таки приварим ему хоть какой-нибудь светило на лоб. Вот сюда вот, например. Возьмем здесь прожекторик. Прожектор. Прожектор батареи, я думаю, мне в ближайшую пятилетку не понадобится. Хоп, а во лбу звезда горит. Опа! Чпоньк! О, как нормально. Не, нормально, кстати. Раньше, по крайней мере, этими ужасно было. Хорошо сказал. Нормально этими было ужасно. Плюс надо нам обязательно расширить вот это все наше вылетательное место. Вылетательное. Где у меня тут вылетательное место? Вот у меня вылетательное место. Ну давай еще этот бур разобьем и сделать все это. Да что, об чё я там бьюсь-то? Могу понять. Блин, еще и корабль опускается. Япона его мать. А куда звуки делись? Ку-ку. Я уплотняю вообще-то. Вот, спасибо. И вот через эту дырочку мы это все удовольствие вытащим. Есть вариант, конечно, было буры сверху поставить, но... Либо наварить трастеров, перевернуть и вылететь. Но... Мы не ищем легких путей, мы умеем и так. Там я немножко поторопился, дорогие мои друзья, как вы помните. Ой, что-то меня кроет. Ничего, бывает. Оп, фриз. Вот за счет таких вот фризов, кстати, мы и... Стукаемся обычно. Так, на 4 часа у меня топлива хватает. Гасители хорошо. В следующий раз вот на этом буру надо лететь. И, кстати, также я не прочитал фикса, взрываются ли опять выбрасыватели. Это же надо нам обязательно проверить. Это нам надо обязательно проверить. Так... Буримся, такие кроты, переростки. Буду смеяться, если эта вся фигня не пролезет в эту дырку и придется еще расширяться. Ну там в любом случае у меня пока все вкусняшки перерабатываются, заказал я там 1000. О, тут уже вон растения растут. Вы смотрите, у меня заросла лура. Дыра. Растениями. Это, кстати, баг тоже ранее был профикшен. Что вот так вот зарастает внутренности. Но, как вы видите, он вернулся. А вдали мы видим красивые инбаунды летят. Прям вообще.
А волков все так еще и нет. И в чем проблема, я понять не могу. Ну, какие-то вот пробаги видны. Сквозь дым. Текс. Сейчас повернемся и посмотрим, насколько мы. Сейчас так чпоньк в балду метеором. Дратути. Так. Фу, блин, я думал, это я стукнулся своей головой, своим головом. Нет, а почему так? Вот же, горизонталь. О, какой закат. Ну, вот теперь закатом можно полюбоваться. Ладно, блик нравится. Еще бы вот эту синиту бы убрать, и вообще было бы шикарно. Так, что у нас тут есть? Взлетно-посадочная полоса. В принципе, нормальная. Сейчас мы по верхнему краю полетим. И еще немножко это все удовольствие. Какие тени приятные от растений. Смотрите, прям по бурам какие тени. О! Ну красота! Я всю жизнь мечтал вот в такую игру поиграть. Нет, правда, красиво. Еще бы не было вот таких проплешин растений, и растения бы с ума не сходили. И у меня все еще, моя дыра зарастает усиленно. Все больше и больше зарастает. Надо было, наверное, пониже, чтобы... Будем надеяться, что этого отверстия вполне будет достаточно для того, чтобы нам с вами, дорогие друзья, все-таки мой бур выковырить. Ну или, по крайней мере, как-то его поставить на уши. На уши. Вообще, надо, конечно, выбрасыватель, но это надо экспериментировать уже на базе с выбрасывателем. Про этот фикс тоже никто слова не сказал. Да если и честно, там вообще никто ничего не говорит. Все уже забили сообщать игрокам, что происходит в этой игре. Сейчас не бурнуть бы свой же корабль, и будет совсем хорошо. Но вот графика становится приятнее, не спорю, и вот FPS в 40 кадров вполне с травкой радует. Честное слово, радует. Так, давайте смотреть все-таки, как мы будем стыковаться сюда. Сейчас мы еще немножко вперед проборемся. Ой, я видел космос. Женщина нам сообщит, что бешеные имбаунды все еще присутствуют. Надо было там трастеры выключить, но я боюсь, сейчас их выключишь, и он куда-нибудь укатится. Теперь плавненько поворачиваемся. Плавненько. Такие спасательные... Извиняюсь. Серии тоже надо делать, потому что чё все время строить? Понимаете? Вам же интересно, как разбиваются корабли? Вот мне тоже интересно. Прямо ж, я бы даже сказал, до жути. Где у меня присоса? Главное, чтобы теперь там не того самого. Чпоньк! Я так не вылечу, если честно. Мне не хватает мощи. У меня сразу же корабль начинает опускаться. Хотя странно, если он подлетает, то гасители должны сработать. Ладно, сейчас мы на том выключим полностью, когда нас отпустит, естественно, дорогие мои друзья. Выключим гасители, если быть точнее, выключим все трастеры, и пускай его игра считает как... Ну давай только не будем падать, а? Давай не будем этими неблагодарностями заниматься. Мы даже вот так вот через эту панель управления сделаем. Хрен я тут вообще. Трастеры, уравниватель. И это трастеры. Не обосраться особо. А уравниватель? Хрен его знает. Это вот... А, вот они, трастеры. Выключаем. Те же я выключил. Будем надеяться, что те. Вот. И теперь нежненько. Нежненько. Аккуратненько. Хоть у меня там пристегнутый. Вроде как пристегнутый. И его бур тоже поможет немножко выравнивать. И сейчас будет финт ушами. Мне надо выровняться. Ровненько, ровненько. А что, цепляю, конечно. Чувствую, я привезу на базу обратно один коннектор. Вот такое вот у меня почему-то странное ощущение. Очучение.
то на базу у меня приедет один коннектор. Ну и пробуем выравниваться и все-таки извлекаться. 200 тысяч. Самое хреновое, что тут звук не сбалансирован, и я совершенно не слышу, что у меня происходит, кроме инбаундных баб. И когда приедет коннектор, будет совсем будет печально. Вот пропадение звука. Здравствуй, новый баг, который еще не задокументирован. Насколько я могу вверх приземлиться? Вот давайте примерно так и полетим. Как только у нас уменьшится наша масса на 100 тысяч, значит, на мне остался один коннектор. Как он туго летит-то. А если прибавить газу? Блин, это сосед стул двинул, я уже думал у меня. Бур двинулся. Итоги будем подводить снаружи. Ой, а чё это у меня тут? Я же тут пробуривал. Или мне тут имбануло, что? Так, по-моему, мы опускаемся. Вам так не кажется? Блинский туман. Надо фары ставить антитуманные. О, голд нашел. Голд. Да, это мне имбаундом тут перекрыло мою шахту. Офигеть не встать. Дорогие мои друзья... Ой, сейчас чихнул. Нет, вроде как. Ну, видите, сколько пылищ. Как же не чихнуть-то? Спасибо, имбаунды. Я хочу на волю. О, даже звук появился. Оу. 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 Так, меняю вид. Вид с ума сходит. Нет, еще. Надо вперед. Да, это мне имбаундом прям напортачило. А снизу бурт хоть есть? Есть! На чем-то шерсть. Очками, но своя. Вот злыдня, писюкаты. Ух, как траву-то колбасит, а! Ух. Вот так вот. Вот так вот. Все, мы можем совершенно спокойной душой возвращаться домой. Почему у меня вот эти вот... А, ну, в принципе, эти не будут гореть. Надо вот немножко подделать буры. По-моему, интересно вышло. Аккумулятор совершенно без индикации, поэтому я не знаю, заряжаются они или нет. Не удивлюсь, если еще что-то там работает не так, как хотелось бы. Но сейчас у меня будет серебра. Дофигище. Надо пробовать с выбрасывателями. О, тень. Тень, тень, тень. Фига тень. О, вы смотрите, какая красота. Да и... Бог ты мой. Скриншот. Однозначный. Только лампочку надо тушить. Чё, не тухнешь-то? Нет, всё-таки с лампочкой было лучше. Эй, я это... Не фризь, пожалуйста. Не фризька. Смотрите, какая красота. Надо пониже опуститься, тогда блик повыше станет. Верни свет взад. Как-то они еще не с первой попытки... Да что ты, блин, фриз на фризе. Как чтобы он послабее. Вот, вот такой вот был бы блик. Вот был бы идеально. Оп. Вот, вот, идеально. Да будет скриншот на обложечку. И, извиняюсь, что отвлекся. Продолжаем наше движение. Наши простые движения. Пипец мне тут накопало. Теперь мне вот это вот трехэтажное и двухподъездное надо еще и посадить. При этом не стукнув его. А если и стукнув, то нежно. Ой-ой-ой, вниз-то он хорошо падает. Хоп. Хоп-хоп-хоп, ла-ла-лей, успокойся. Сейчас я его, мои дорогие друзья, имбану об потолочек. Текс. И вот так вот нежненько
и со вкусом. Нормально. По-моему, все нормально. Опа! Теперь вопрос на засыпку. Что законнектится, а что отконнектится? Я вам могу сразу сказать, что не законнектится то, что надо, а вы смотрите прям. Кто над нами кверх ногами? Оп! Хуя. И отцепился тот коннектор, да? А этот не приконнектился. Где я вообще? Где я? Кто я? Так, приконнектились. А чё же его так наклонил-то? Как я отсюда вылезу, вопрос. Япона, мать, как хорошо-то. Свободу попугаем. Ну, блинские игра. Выпусти меня. Оу. Хьюстон, ахава проблем. Ладно. Не суть. Главное, я приземлил, и главное, сейчас он это. Того самого. Перекинет серебро наконец-то. И можно будет обратно включить нананью. Оп, нанайна. Нет, наверное, я его все-таки куда-нибудь в другое место переложу. Хотя хрен его знает, куда его тут поставить. Нет, тут я его снесу однозначно. Полетели. Ну нафиг. Ну нафиг. Текс. Мне бы еще резачок бы какой-нибудь организовать. Да, кстати, фикса относительно малых светильников тоже не было. Тут я буду выжигать, да? Ну и хрен на него. Будем выжигать, значит. Оп. Стоит. Как молодой. Все, жить будет. Чушь, тебя так раскилбасил-то. Посмотрим, что у нас в переработке. Я сказал, в переработке. Ну, правильно, сейчас будем очищать камень. Очи черные очиститель. Так, мне нужен аргентум. Потом вот золото немножко у меня есть. Тут, естественно, будет перерабатываться камень, ну как без него. Никель, хрен на него. Никель потерпит. Так, где же мне сделать выброс-то, а? Ну, у меня же эта сволочь будет того самого. Ну и мы тогда включаем товарища на. Най-на. Что это было? Я так и не понял. Ос. Мух полосатый. Спасибо. Включаем. Мою нананью, и она сразу же нам начинает заказываться. Что-нибудь начинает заказываться. Так, что у нас тут? Тут у нас, как всегда. Все, ну, начал проваривать мне реактор большой. Наверное, я подумал, что я все-таки поставлю эффективность на. Эффективность на. Отпускайте. Поставлю эффективность на... Блинские рефайнери. Башка еще не совсем варит. Я помогу, чем смогу. Хоп. Посмотрите, что. А тут что кто? Кто что тут таскает? Что там было? Текст. Кто там? Кто там лежал? В общем, потихонечку процесс идет. Вечереет, как приятно вечером. Вот именно чувствуется, вот сейчас чувствуется, что вечер. Так вот, часов. Летний вечер, не хватает птичек, почему-то они совсем пропали. Про волков я вообще молчу, почему их нет. Хотя они в настройках мира присутствуют. Класс. Вот, приятно побегать. И растения, и закат. О чем можно еще мечтать? Вот за это я люблю эту игру, за романтику. Но совершенно не сбалансирован шум травы, цикад не хватает однозначно. Что у меня в производстве? Оу, оу, оу.
Железо. Ноль. Ноль. Так. Намек понял. Теперь будем как рабы на Наню работать. Надо будет накопать за кадром. Тон. Хихичу. И? Охрен. Нужна стальная пластина. Хорошо. Текс. Теперь будет самая большая проблема, это вот эту всю хиромантию перевернуть. Так, давайте сразу же на большой мотор все возьмем. Поможем, чтобы Нанать не занималась своими неблагодарными делами. Тут я и тут. Потихонечку помогается. Мне надо этот корабль перевернуть. Притом, не разбив. Ну что ты, у тебя моторов, что ли, парочки нет? Ось. Моторы. Нет, моторов нет. В производстве, естественно, моторов кончилось железо. Ой, как мне это надоело уже. Одно кончился, другой кончился. Что такое? У меня аж какой-то акцент. Странный для меня. Дай мотор. Хрен, он пока все не сварит. Точнее, не с это. Или все-таки он уменьшал количество моторов. Сейчас посмотрим. Набираю моторы? Ни хрена не набираю. Спасибо, Нань. Да успокойся ты, инбаундная. Все-таки моторы нужны. Сейчас, по-моему, мы пешком полетим железо добывать. Почему у меня здесь нет железа, а? Хотя у меня есть второй бур. Бур-бур-бур. Давайте все-таки проверим, дорогие мои друзья. Ага, вот здесь вот есть моторы. Я знаю. Целых 6 штук. 6 штуков. Такс. Хочется проверить все-таки. Хоп. На-най-на. Еще 2 мотора не хватает. Надо куда-нибудь скинуться. Что-то я заметался, заторопился, отвык. Немножко расслабился пока. Чихал, болел. Тут на тебе. Оп. Так я тебе пильну. Все, есть у нас моторы, значит, сейчас мы его будем переворачивать. Куда-то меня вниз потянуло. Как ни странно, но. Хоп. Спасительная серия. Что-то мне кажется, если я сейчас не добавлю пару боковых трастеров, я его не переверну. Хотя он сейчас пустой, насколько я могу судить. Да, он должен быть теоретически пустой, но это мы поймем, как только я его отцеплю. Давайте перевернем, потом там с извлекателями посмотрим, взрываются ли они. Ой, куда это я? Куда это я? Верните меня, пожалуйста, взад. Так, проверяем, чтобы все работало. Отсоединяемся. Выравниваемся. Залетаем. Да, вполне хватает. Теперь... Кто над нами кверх ногами? Теперь под конец серии расхреначить его нафиг. Чтобы не мучиться. Ставьте пальцы вверх, кто хочет. Краш-тест моих буров. Ладно, шучу, конечно, я его целую серию строил. И также не было, кстати, ничего сказано про колеса. Ну вот, над этим местом я его явно не хотел бы переворачивать. А вот как-нибудь вот там вот. Воу, воу. Понежнее. Тихо. Я сказал понежнее. Может его положить и попробовать боковым. Хотя хрен тут боковым. Ну давайте попробуем, что теряем-то, кроме своих цепей. Опля. Опля. Ну тут я его отремонтирую. Никаких проблем совершенно нет. Это эпический фейл от Даева, как всегда. Перезаписывать серию не буду. Хоть стреляйте в меня. Я и так еле-еле эту записал. Так, что мы имеем? Корабль развалился на две части. Хорошо, это была хреновая конструкция. Если честно, совершенно не сбалансированная. Я думаю, мы его починим. Так как вот эта вот система у нас сохранилась, он был пустой. Все шикарно, все нормально. Не переживайте, тут вот даже мой
Мое бренное тело. Отдай тело-то. Ух ты, япона, мать меня расколбасила-то. О, бешеную трубу кто смотрел? О, куда я новую тело? Труба, вернись, я все тебе прощу. Что это такое? А, это рожок. Из-под патронки. Мотор тоже отдай. В общем, переделаем его. А серия была, в принципе, по добыче серебра, а не по спасению данного бура. И, в принципе, его восстановить вообще никаких проблем нет. Сюда мы ставим средний контейнер, как вы знаете. Обязательно надо будет гироскоп поставить и кабину. Так, грузовой транспортный контейнер. Средний грузовой контейнер. Я. Головка от фаус-патрона. Хоп. На, нет, все начнет проваривать. Сейчас куда-нибудь сбоку здесь прифигачим. Он у меня сейчас стоит, в принципе, правильно, да? Нужен срочно гироскоп, потому что иначе он у меня куда-нибудь улетит. Г-г-г-г-г-г-г. Гироскоп. Будешь же здесь. Вам нужна стальная пластина, я вас понял. А, у меня жена не отняла... Отняли мой все... Все мои ресурсы отняла. Сволочь. Так, ос. Полосатый мух. Моя это. А где моя горелка тогда? Бур, есть, есть, есть. Резак. Сва. А, нет, горелка. Она, по-моему, так и называется. Го. Го-го-го-го-го. Понятно. С вами все. Я вас понял, я вас понял, я вас понял. Вельдер. Вот узнать бы файл, в каком это все отвали. В каком русификация происходит. Да отвали ты, блин. Да ты, су. А? Спать. Всем, кто ложится спать, спокойного сна. Отвали. Дайте мне мою горелку уже, наконец-то. Так, ну что ж, мои дорогие друзья. Да-да. Уважаемые подписчики, мы принесли очень много серебра. Немножко расфигатили бур, но это нам только для интереса игры. Всяко бывает. Куда он пропал, я так и не понял. Так, мне нужно все-таки поставить гироскоп. А вам нужна стальная пластина. Я вас понял. Ням-ням-ням. 9 гироскоп. На нем, интересно, маячок-то стоял, нет? Мне главное, чтобы сейчас фигня никуда не рванула на трастерах. Нет, маячка не стояла. Маячка не стояла. И это все-таки у нас, к сожалению, низ. Ну ладно, низ там, где я захочу будет. Никаких проблем нет. Ну что ж, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, гости и зрители моего канала, с вами Даев. Подписывайтесь, кто еще не подписан, будет еще много всего интересного. Интересные проекты, реалистичные катаклизмы, обзор обновлений, о всем, что... Хрена себе. Происходит в Space Engineer, стараюсь вас держать в курсе. А почему вот если со стороны Солнца идет метеоритный дождь, почему он ночью не идет с другой стороны планеты? Вопросный вопрос. Сейчас мы профризим. Пишите ваши комментарии, ставьте ваши оценочки. Очень вам всем дико рад. И соскучился за эти пару дней по вам. Ну, отпускай уже. В следующей серии уже отремонтирую бур, так что можете не переживать. За. А, я еще и в гермаке. Хоп. Привет. О-о. Видали, какое у меня лицо интересное? Так, да будет свет. Всем приятной игры, повыше FPS, поменьше багов, флагов. Всем вам огромнейший лайк за просмотр. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. О, прям сдался. Всем пока.